Бегут, опаздывают, опоздуны на брифинг. На улице минус 37 или 39, что-то такое. Какой одновременно и ужас. Основное количество машин уже, конечно, греется на улице. Но осталась элиточка в виде маленьких флангеров и, естественно, греческого полубога, полузевса, полуводителя, получемпиона. Особенно актуально после вчерашнего, потому что второе место занял Саня на Elite Battle. Начинается сейчас брифинг. Такой кисло-навялых щах брифинг, потому что, во-первых, утро, во-вторых, очень холодно. У нас тем временем уже началась квалификация. И все на местах. Правильные баллы. Нет, а мы иногда совпадаем, а иногда это выравнивает ситуацию. Поделитесь своими впечатлениями о квалификации. Парки приехали. Какой дорогой? Так, у Алексея Антонова автомобиль оснащен. Карбюратор на мотором объемом 1,8 клапанов. Тяжелый очень эксперимент, на самом деле, получился с этим розыгрышем. Мы реально не представляли, сколько людей может правильно сейчас разыгрывают Лада Рио.